Здравствуйте, с вами Марина Романюк. Вместе с моими коллегами-журналистами телекомпании я расскажу вам, чем запомнилась последняя среда 2022 года. Смотрите в выпуске. По наказу президента в рязанском правительстве назначили руководителя Минстроя и заявили о создании нового агентства по молодежной политике. Царство Снежной Королевы. На территории хлебзавода открылся новогодний фестиваль ледовых скульптур. Поджог и убегай. Как правильно зажигать фейерверки, расскажет профи. В структуре регионального правительства появится новое ведомство – агентство по молодежной политике. Об этом сегодня на правительстве заявил губернатор Павел Малков. Решение о создании агентства – прямое следствие недавнего Госсовета, где президент России Владимир Путин работу с молодежью назвал стратегически важной. А на федеральном ведомстве этому посвятят национальный проект. О чем еще говорили на заседании правительства, расскажем далее. Последнее в уходящем году заседание правительства началось с последнего же кадрового назначения. Министром строительного комплекса стал Дмитрий Василевский. Как признался Павел Малков, кандидатуру подбирали долго, взвешенно. Остановились на самом опытном. Впрочем, никаких преференций губернатор министру не пообещал. И даже, наверное, немного испугал перед новогодними праздниками предстоящим режимом работы. Круглосуточная увлеченность, без выходных, в проактивном режиме. Коллеги уже знают, что позвонить я могу в любое время дня и ночи. Все время надо быть на связи. По строительному блоку очень много задач, в том числе в рамках нацпроекта. Еще один нацпроект в сфере молодежной политики еще только зреет в недрах администрации президента, зато о создании новой региональной профильной структуры Комитета по молодежной политике уже официально объявлено. В свете недавнего пожара в Доме престарелых в Кемеровской области все подобные заведения в регионе власти взяли под особый контроль. А вот контролировать последствия погоды пока не получается. Гололед в Рязани уже не первый день. Какие меры противодействия принимаются коммунальщиками, Павла Малкова интересовало особо. На вчерашний вечер от гололеда было обработано 90% тротуаров. Попробовали, нашли реагент гранулированный, попробовали. Пока в ограниченном количестве, сейчас его закупаем массово, работает. Работает достаточно эффективно. Сегодня пошел снег, техника, люди, все задействовано. Привлекаем дополнительные силы. Работы много. Приносим извинения, что не сразу справляемся, но реагируем. При расчистке улиц особое внимание уделите, пожалуйста, общественным и туристическим маршрутам. Праздник вот это точно совсем не выходные для коммунальных служб и для всех служб жизнеобеспечения. Глав администрации, коллеги, это тоже, безусловно, касается. А еще Павел Малков анонсировал любопытное событие. Уже в январе все чиновники, включая областных, сядут за парты. Стартует программа обучения руководящего состава госуправления. Тренеры, по словам Павла Малкова, лучшие в стране. Главное, чтобы теперь желание меняться у чиновников на местах все-таки появилось. В Рязани на территории хлебзавода стартовал фестиваль ледовых скульптур. Помимо смены привычной локации, раньше скульптуры располагались на Лыбецком бульваре, тематика фестиваля тоже стала другой. Гостей фестиваля будут ждать не персонажи сказок, а путешествие в историю хлебзавода. Скульптуры изо льда полюбились рязанцам. И не мудрено, ведь завораживающая красота ледяных переливов отправляет в сказочные миры Снежной Королевы и Морозко. При всей его красоте, при всей уникальности, это же в принципе вода, как мы с вами. Но здесь, создавая из подобного материала что-то, понимаешь, что это живет недолго. Но при этом массу эмоций дарит людям, вот и авторам. Уже не первый год известный рязанский скульптор Юрий Мистрюков возглавляет команду, которая создает вот такое зимнее чудо. В этом году мы рассказывали про историю площадки, про хлебзавод, электростанцию. Над всеми скульптурами работали сообща, эскизы общие, идеи обсуждались вместе, противостояли дождю. Строили, делали, успели. Работа над проектом шла месяц. Разработка эскизов, подсветка, композиция, расположение в пространстве, расчеты, сколько нужно льда. Это целая проектная работа, участие в которой принимали почти 10 человек. После основной работы приехал помочь ребятам, потому что чуть-чуть умею обращаться со стамесками. Творчество, потому что вот я участвовала в процессе заморозки хлеба. Это было очень интересно. Мы поехали специально на озеро, когда был мороз, и вмораживали хлеб. И сейчас видеть вообще вот этот результат, особое удовольствие –
Например, вот там вот баранки, очень вкусные баранки были. Для изготовления этих фигур 40 тонн льда доставили из Вологодской области. У нас к декабрю таких объемов, как правило, не намерзает. И чтобы получить из ледяных массивов скульптуры, сначала мастера работают бензопилой, а потом уже над деталями с помощью стамесок. Вот, скажем, один из известнейших и самых ценнейших инструментов скульптора по льду – стамеска зубастая, в простонародье жухля. Вот, обрати внимание, как она выглядит. Вот такая специфическая штука, которая позволяет лед, просто не чувствуя, убирать максимальные вообще объемы. Точненько, да? Ну, при должной сноровке, таким образом отшибая лишнего, как и с камнем, и с деревом, что-нибудь вырастает. Вот буквально сегодня родились на свет вот эти чудные баранки. Вот, собственно, лед, руки, вдохновение, все, что нужно для создания подобного. Тематика фестиваля – хлеб и электричество. Это погружает в историю территории, удивительного по своей архитектуре готического сооружения, известного нам как хлебзавод. Изначально же здесь была первая в области электростанция. Отсюда и тема фестиваля. Хорошая локация, чтобы прийти, погулять, побыть во льду. Нужно приходить обязательно в морозный день. Потому что вся красота льда раскрывается именно при минусовой температуре. Хлеб всему голова же, как известно. Ну и, глядишь, люди будут чуть иначе относиться к этому. Старания команды скульпторов оценили уже в первый день. Людям нравится, и взрослым, и детям. Гости города и вовсе в восторге. Мы еще только пока пришли, но вот я смотрю, это хлеб, да? Очень интересная задумка. Мы просто гости города, поэтому да. То есть мы вчера приходили, не получилось посмотреть. Сказали, что сегодня откроется. И сегодня вот специально приехали еще раз тоже посмотреть на ледяные скульптуры. Ребенку очень нравится, он очень ждал этого момента. Мы из Ульяновска. Нравится. А что больше всего понравилось? Велосипед. Атмосфера праздника, да, то, что это зима, лед, правильный лед, снег такой медленный, прекрасный идет, учитывая еще после гололеда, то, что музыка играет, и то, что просто людям весело, чувствуется какое-то сплочение. Это уже прям красиво, мельница, мешочки. Прям замечательно. Все новогодние праздники фестиваль ледяных скульптур будет открыт к посещению. Спешите, ведь с весной от них останется лишь воспоминание, как о новогодней сказке. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Общегородского фейерверка не будет. Об этом официально заявили в мэрии. А вот самим рязанцам салюты запускать не запретили. Пока что. Поэтому напомним, как это делать правильно. Сейчас купить новогодний фейерверк можно не только в специализированных магазинах, но и на прилавках продавцов с сомнительной репутацией. Вот как раз покупать петарды с рук специалисты не советуют. По крайней мере, не спросив документы. Их должно быть минимум три. Сертификат качества, гигиеническое заключение о безопасности изделия и лицензия на продажу пиротехники. А у самого фейерверка нужно посмотреть срок годности. Если не просрочено, а коробка не повреждена, можно брать. Правда, запустить их можно не везде. Запрещается применять пиротехнические изделия в помещениях, с балконах, с рук. Также запрещается применять пиротехнические изделия при сильном ветре. В идеале первым делом следует прочитать инструкцию. Она будет на коробке. После найти место для запуска. Лучше вдали от взрывоопасных и пожароопасных объектов. Деревьев и линий электропередач тоже быть не должно. Желательно расчистить площадку от снега, насколько это возможно, и установить фейерверк. Ну а дальше по известному сценарию поджечь, отойти и наслаждаться. А вот если все пойдет не по сценарию, переживать не стоит. В случаях отказа пиротехнического изделия подходить к нему можно только через 15 минут. Уничтожать согласно инструкции. Запрет на запуск пиротехники сейчас действует только в Сасово. Об этом глава администрации Евгения Рубцова написала на своей странице. Глава райцентра добавила, что нарушителей будет ловить полиция. В Рязани такого запрета пока нет. Спонсор программы «День города» – выставка продажи икра и рыба «Камчатская». Выставка работает у торгового центра «Премьер». В госавтоинспекции Рязанской области традиционно прошел конкурс «Новогодняя игрушка по правилам дорожного движения». Проводится он в целях напоминания детям и их родителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Что из этого вышло, расскажем далее.
Снеговики-регулировщики, светофоры и даже символ этого года – кролик, представленный на выставке новогодних игрушек. Удивляет скорее место выставки – регистрационное подразделение Рязанской госавтоинспекции. Но выбрали его намеренно. Все эти игрушки сделали дети. Тематика говорит сама за себя – новогодняя игрушка по ПДД. Поэтому тут даже символ нового 2023 года – кролик с жезлом регулировщика – да и сам конкурс стал традиционным. В этом году по положению были ограничения. Это образовательной организации можно было предоставить не более 3 игрушек, потому что все предыдущие годы у нас было просто огромное количество детских работ. Снеговики-регулировщики, замечательные светофоры, замечательные игрушки по правилам дорожного движения. Сразу настроение поднимается как у сотрудников госавтоинспекции, так и у граждан, которые приходят для каких-либо регистрационных действий. Для... Все равно на конкурс прислали больше 300 игрушек. Жюри признались честно, выбрать победителя было не так уж и просто. Первых, вторых и третьих мест было несколько. Да и каждый ребенок получил диплом участника. А игрушки разместили сразу на нескольких площадках. Первая – выставка внутри самого здания управления ГИБДД. Вот, например, такую замечательную работу выполнила ученица 50-й школы, член отряда юных инспекторов дорожного движения. То есть работа, конечно же, очень красивая. Предполагалось, наверное, что она будет использована на уличной елке, но мы пожалели, чтобы, скажем так, погодные условия не испортили такую работу. Конечно, сказать, что все игрушки сделали только дети, будет неправильно. Сложность некоторых подделок говорит сама за себя. Чувствуется помощь взрослых. Но здесь, говорят судьи, важна совместная работа. Искусственную елку внутри самого здания ГИБДД тоже украсили конкурсные игрушки. Им непогода не страшна. А игрушки из более крепкого материала украсили елку снаружи здания управления госавтоинспекции. Такие крепкие игрушки точно переживут рязанскую непогоду. Однако, если нижние ветки украсили своими силами, то для верхних пришлось вызывать автовышку. Как признались члены конкурсного жюри, главное здесь не столько приз за первые места, а хорошее настроение, при том как для посетителей, так и для самих сотрудников госавтоинспекции. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Предновогодние хлопоты в разгаре и самое важное – приобрести к столу вкусное угощение. Выставка продажи «Икра и рыба Камчатская» у торгового центра «Премьер» – кладезь лакомств к празднику. Необходимый атрибут новогоднего стола – красная рыба и икра. Приобрести вкусную свежую продукцию можно здесь, на выставке продажи «Икра и рыба Камчатская». Торговая точка выставки «Икра и рыба Камчатская» у торгового центра «Премьер» полюбилась жителям Рязани и области. Ассортимент – более 35 видов рыбы холодного и горячего копчения, а также слабосоленая – чевыча, омуль, белорыбица и натуральная икра. Постоянные покупатели ждут выставку. И особенно в преддверии Нового года – любимого праздника, объединяющего всех родных и близких за одним столом. Кстати, последняя в этом году выставка работает до самого 31 декабря включительно. Известный факт, что красная икра является источником легко усвояемых белков, богатый йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, Д, Е, В, фолиевой кислотой и содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Праздник уже, до 31-го не продают. Да, праздник. Я тоже люблю, а почему любить-то ее? Впереди еще и Рождество. И икра крупнозернистая, слабосоленая, а самое главное свежего улова придется, кстати, на праздничный стол. Зернышко к зернышку. Именно так описывают деликатес покупатели. Одно из главных преимуществ рыбы на этой выставке, что она натурального приготовления. Коптится на веточках ольхи, вишни и яблони. Это позволяет сохранить ее полезные свойства и придает особый вкус. Вкусная рыба. Берем понемножку. Вкусные, все любим. Хорошая рыбка, свеженькая, вкусненькая. Ну, что сделаешь? Много-то не берем, а по чуть-чуть-то покупаем. Выставка продажи икры и камчатской рыбы расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Она проработает до 31 декабря включительно. Приятного аппетита! На этом все новости к настоящему часу. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго! Встречай Новый год с дальневосточными деликатесами. Свежий улов. Чавыча, красная икра, белорыбица. С 26 по 31 декабря. ТЦ «Премьер».